Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В субботу в Самарской области облачно, возможно, осадки в виде небольшого дождя и снега, 2-4 тепла днем, ночью 0-1 градус. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 4, ночью 1 градус ниже 0, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 4, ночью 0 градусов, ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру возможен небольшой снег, плюс 3 градуса в дневное время, ночью нулевая температура. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление повышенное 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.